крупных стартах. Да, на самых крупных стартах. Все, замерли. Ну что ж, Нагорный. Брусья. Сальто согнувшись, махом в стойку. Очень динамично начинает Никита комбинацию. Оборот под жердями в одну жердь. И сразу в хели уходят. Еще здорово, одну дополнительную десятую здесь зарабатывает. Прекрасно. Еще один поворот. Под сальто. Это надо было здесь держать. Элемент Макуса вот здесь. Да. Как здорово, он не стал переставлять руку, если вы обратили внимание, нет, недостаточно не ровно их поставил. И все равно криво, справился. И все равно справился, пошел, чтобы не потерять десятую еще одну. Набор сложнейших элементов показал Нагорный. И двойное сальто с поворотом.